решили завести собак, то вы должны понимать, что вам придется очень много внимания уделять. Потому что для собаки пройти, прогуляться вокруг дома – это мало. Собаке надо побольше времени, побольше эмоций. Особенно, если это собаки средних и больших пород, которым в квартире запрещается прыгать, скакать и шуметь. Поэтому нужно уделять внимание, играть с ними, учить их. Вы знаете, это очень интересно — понимать собаку, понимать себя, потому что вместе с собакой ты начинаешь осознавать, переосмысливать свои поступки, свои мысли. Вот. Тайсон, нельзя. Брось листик, брось. Молодец. Вот так вот. У меня вот в день уходит около 5 часов только на их прогулки. Но тем не менее, я чувствую, насколько у меня улучшилось здоровье. Я стала себя бодрее чувствовать, потому что на свежем воздухе и улучшился сон, потому что перед сном мы гуляем еще часов 10 вечера. Молодец, да, молодец. Ай, молодец, хороший мальчик. Хороший, принес мячик маме. Сейчас мама бросит тебе мячик. Чтобы ваша собака была активная, ей нужен полный комплекс минералов и витаминов. И как бы там производители не писали на кормах своих, что они там высчитали, они там все выставили все. Это неправда, это невозможно, потому что для каждой собаки нужна отдельная формула, отдельно рассчитывать, потому что только хозяин видит, что собаке не хватает, в каком. И, конечно же, ветеринарный врач, которого вы ходите регулярно на консультации и прививки. Вот. Поэтому я своим даю минерально-витаминные добавки. И мои собаки такие активные, такие классные. Вот. И всем рекомендую поддерживать собакам, чтобы у них была форма, поддерживать их рацион минеральными витаминными добавками. Для них это как для нас. В то же время я должна сказать, что мы живем за газонами города, и наши собаки имеют такое же количество времени на воздухе, как и мы. То есть в помещении он практически находится целый день, плюс загазованность нашей атмосферы, плюс эти выбросы, плюс экология какая. В этом вот вам и итог. Так что добавляйте, давайте. Мои, например, очень с удовольствием. Пришел я гулять или что ты пришел? Давай гулять пошел. Мы смотрим, где тут у мамы в кармане мячик. О. Так, сидеть. Нет, не надо мне танцы. Сидеть. Лежать. Тайсон, лежать. Ниже. Молодец. А теперь проси. Ай, молодец. А теперь лови. Ко мне, Тайсон. Ко мне. Молодец. Давай я тебе. Сюда иди, сказала. Сюда. Молодец. Сюда иди. Сюда. Мячик отдай. Мячик отдать надо. Нельзя. Сидеть. Тайсон. Давай сидеть. Ждать надо, ждать. Ловить.